Здравствуйте, вы смотрите новости экономики, с вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. В Казани и нескольких районах Татарстана не нашлось перспективных земель. Вакансий в республике в два раза больше, чем безработных. Предпринимателям могут снизить проценты по кредитам. Минземимущество Татарстана не нашло в Казани инвестиционно привлекательных земель. Для создания соответствующей базы ведомство проанализировало информацию, представленную исполкомами 37 муниципалитетов. Оказалось, что из 118 земельных участков транспортную доступность имеют 92, обеспечены электромощностями 58, газом 55, водой 57. В итоге специалисты выявили 58 участков площадью более 650 гектаров на территории 7 районов, которые имеют возможность размещения инженерных сетей и дорог. При этом на территории Апастовского, Сармановского районов и в Казани не нашлось инвестиционно привлекательных земель. На середину октября в Татарстане официально насчитывается более 15 тысяч безработных. Это только те, кто зарегистрирован в службе занятости. По данным Минтруда, это на 102 человека меньше, чем на прошлой неделе. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы снизился и теперь составляет 0,77%. В Татарстане при этом сейчас почти 34 тысячи вакансий. Только за неделю работодателями было предложено 1631 рабочее место. Но за прошлую неделю безработными стали 836 человек. Большая их часть ушла с работы по собственному желанию. Малый и средний бизнес Татарстана получил из республиканского гарантийного фонда около 300 миллионов рублей. Всего же организация выдала 80 гарантий. Под них региональные предприниматели привлекли 720 миллионов рублей кредитов. На днях министр экономики республики Артем Сдунов анонсировал новую программу Федеральной корпорации поддержки предпринимательства. По его словам, она позволит среднему бизнесу брать кредиты под 10%, а малому под 11%. Это были новости экономики. До встречи.